Ну что ж, я говорил вам про мод, в котором хочу поиграть. Вот он и есть. Правда, я не очень понимаю, как это невозможно минус 30, 20 плюс. Сложность планеты. Но это я еще согласен. Здесь, конечно, было бы жопа. А, тяжело, значит, от 0 до минус 0. Ну что я могу вам сказать? Young and Dead. Вот Temperate Ultra Hard. Вот примерно невозможно. А, тут кислорода нету. Вот почему невозможно. Просто нет кислорода и все. Это вся сложность. Целых фэкшн миссии, но есть миссии, сериала нет. Я даже не знаю, ультрахард, ну давай посмотрим, что это за ультрахард такой. Ну ладно, просто назвал новую игру 9, пофиг, веники. Просто взглянем, что это за такой ультрахард, ну что-то интересное. Раз, чем этот мод отличается, никаких толком нет супер новых построек, ничего такого. Просто весь прикол в том, что здесь более разнообразный генератор планет. То есть намного больше планет. Ну, мод дорабатывается еще. А вот Custom Pools. Не-не-не, есть новые пулы. Их примерно 20. Могу посчитать, смысла сейчас в этом нету. Даже видео выложу. И сценарии. Попытно. Ну ладно, сейчас загрузится, посмотрим, что это такое. Вообще, скриншоты мне понравились. Странно, вообще-то, мне кажется, что вот эти вот... в синем биоме. Ну, сценарий стоит своего, просто мне интересно, что же за такой невозможный уровень сложности. Вот честно вам признаюсь, вот это вот меня просто ужасно впечатляет. Из-за того, что нет кислорода, это очень сложно. Правда, сомневаюсь что-то. Из-за того, что там нет ни кислорода, ни деревьев, ни руды, и вообще ничего нету. Просто голая планета. Я сейчас на астероиде начну. Не надо в скафандре. А, на астероиде без скафандра начну. О! Точно. Вот, наверное, почему такой уровень сложности. Никому не смешно. Лично мне смешно. Так. Вы были в криосне, то-то-то-то-то-то-то. Alien Forced Crushed the Silent Plan. Войска чужих. А вы были, ваши был атакован войсками чужих. И вы упали на чужую планету. Короче, сейчас переводить не буду, потом переведу, уж меня извините. Очень холодно. А, ну это типа в криокамеру. Понятно, что очень холодно. Лады. Я что, на космическом корабле? Да. Да ни хрена себе. Хорошо. Не понял, правда. Открылась дверца. Я сразу получил обморожение. Ладно. Так, лутная бриджанка. Вот, ресурс. Survival Enchantment. Mm-hmm.
Я сейчас сдохну вообще-то. Можно мне какую-нибудь аптечку? Ну ладно, тебе еще и голод мучает. Мочевая болезнь, ожоги радиационные, открытая рана, радиационное поражение. Что-то хоть вылечился? Конечно, нет. Честно говоря, знал, что я не вылечусь, просто я не могу додуматься. Ладно. Моих волос, антирадиайшн, медицина. Хорошо. Continue the explore and loot, keep you Q2, food, radiation и check. A survival crashed, container, check на все place. Так, work towards building and base, ashwestone possible to escape. Потому что на планете холодно и радиоактивно, когда-то continue the loot, survive you. Ага. Убивайте голубов, собирайте ресурсы. Я, конечно, все понимаю, но можно вопрос? Я вот сейчас здесь сдохну. Потому что от открытой двери меня сразу долбануло всем, чем только можно. Класс. Ну, здравствуйте, приехали, называется. Знаете, вот эта вот большая сложность мне очень нравится. Знаете, я вот сейчас реально скажу, это не большая сложность, это большая дурость. А притом-то очень большая. Знаете, я вот игры уже встречал, где сложность создается тем, что просто много геморроя накладывается. Я один раз помер, и вот что мне делать? По новую игру загружать? Из-за гипотермии хрен добежишь. Так полагаю, нужно добежать до корабля крашит, до которого в принципе добежать не смогу. Не, ну смогу пару раз умерев. Че тут гадать-то? Да уж. Угу. Ну я, короче, так охренею бежать, понятно все. Это назвать надо не очень сложно, а очень долго и муторно. Много раз померить придется. Какая интересная. Короче, убирают все возможности выживания. Тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон. Ну, что у них еще здесь есть? Легко. Ну, хотя да, здесь я могу сказать сразу, почему он сделал такую планету, потому что, вероятно, все играют на легком уровне. Он относительно легкого уровня сложности решил сделать тяжелую игру. Ну, молодец. Поднял бы свою жопу и поиграл бы на сложном уровне. В принципе, я такой и сам мог сделать это. Ой, дурак любой сможет. Я что-то забыл совсем вот про этот нюанс.
Потому что на некоторых серверах ставят легкий уровень сложности, чтобы можно было быстрее убивать противников, чтобы они, по-моему, сильно ДПС не наносили. И стараются сделать их побольше количества. А потом сценарий укладывают, смотрите, какой я молодец. Когда человек в итоге заходит, такие моды есть и 7 Days, играя на тяжелом уровне сложности, он становится таким, ну, практически безумным. В некоторых случаях просто идиотским становится. Так что вот как-то так. Ладно, давай запустим эту вот карту и посмотрим, что там есть. Так, прошу прощения. Меня сегодня кашель мучает. Ой. И что у нас здесь? Так. Упали на неизвестной планете. Да я понял, иди в задницу. Так, ну у меня тут сразу готов домик, да? Раз. Угу. И еда есть. Кобальт. Купер. А реестр у нас. У меня слов нету уже. Да, господи. Какое хорошее сырое мясо. Ну ладно, хоть пособираю здесь что-то. Так, силикон. Он и Вуд. О, нет ничего. Как жалко-то. Какое хорошее оружие будущего. Микросхема. Фу. Это вот тут все слов нет. Лучше бы ко мне хотя бы туда положить. Это еще можно назвать хоть как-то оружием. А это что такое? Так. Вот инструмент. А второй. Так, 0.3 нужен, блин, зараза. Не очень удобно вот так вот по этим ящикам лазить. Мягко сказать. Угу. Так, этот сюда. Так, второй, третий, первый, блин, второй, боже мой, третий, как много полезных вещей, аж до тошноты. Скинь ночного зрения. Ладно, это мы упали. Короче, крашнулись. Зачем другое? Так, это у нас шкафчики. У нас есть холодильник. Да, прекрасно. Вот тут ни хрена не работает. Толк от этого холодильника, как ровным счетом, сейчас от меня. Неплохо он насытился, я тебе скажу.
А, она постепенно хилит. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Где? А, нет, смотри, вроде работает, зелененьким светится. Даже есть пару блоков. Так, давай для начала дырку заделаем. Как смотрите на ее действие, друзья? Я вот думаю, нормально. Так, ремонтная станция, чудно. А как мне одеть эту? Стоп, это что за хренотень? А, что? Там у нас что, простите? Это щит. Ёшкин, какой он маленький, блин. Конструкторы есть. Что фонит опять? Тут мне достали эти фоновые шумы. Так, контейнеры есть. Слушай, а тут атмосферненько сделано. Здесь туалет, надеюсь? Да. Но это вряд ли корабль упавший. Что-то не похоже уж никак. С окнами, да? Так, у нас есть тут растеняшки. Это хорошо. Тогда сразу... Да, это привычка дурацкая. Ну ладно. Ага, у нас есть здесь солнечные панели. Короче, в принципе, готовую базу сразу дают. Я так полагаю, уровень сложности от этого, да? Готовую базу держу, вот тебе уровень сложности просто маленький. Где мы хоть? Планета еще маленькая. Ладно, давай хоть посмотрим, что здесь такого шибко интересного. Броньку бы мне все-таки как-то нацепить на свою тушку. Ладно, пошли. Так, стоп, шкаф амуниции я, по идее, же могу посмотреть по этому, по пешке. Асо, давай посмотрим. Господи, как он называется-то? Так, медицина, планирование, чудное освещение, чевой процессор, снаряжение, о, как амуниция. Так, начну теперь как-то по-другому выглядеть, что я его даже не увидел. Все, можно нормально побегать. Ну, пошли посмотрим, что у нас тут за... Ой, цветочки, смотри, какие красивые. А, это травка синяя. Прикольно. Вот я понимаю, красиво. Так, ладно, давай-ка мап наберу. Здесь у нас что? Ну, ничего супер такого гипер полезного не вижу. Коричневые тоже пулы. Дрон бейзы красные. Погоди, коричневые пулы. Аутпост. Чё, мне стало интереснее. Стоп.
Погоди-ка, я с этими могу поссориться и что, нормально воевать, как и с теми, я что-то сомневаюсь. Любопытно, слушай. Но насколько я помню, надо посмотреть, можно ли их убивать. Так, вот эти роботы. Два раза залез в ящик. -19. Слушай, забавно. Так, где мне оружие найти? Да ладно. Дробовичок есть. Могу ли их убивать? Это что, дробовик таким говном стал? О боже мой. Так, ну с Поларисом можно спокойно, я смотрю, стараться. Вообще меня интересует, где ядро у этой базы. Я хочу попробовать его уничтожить. Да, вот вопрос, конечно, здесь такой зачетный. Где ядро у базы? Надо вообще есть. А, я могу разрушать здесь постройки, значит нормально все. Значит, разрушать могу и разбирать. Когда у меня этих Поларисов, раз они мне... То есть я порылся в двух контейнерах, у меня сразу так упал к ним стенд. Это чё за фигня? И все, я могу дальше это все разбирать. Это чудненько. Даже забавно. Главное, с Поларисами разобрался. Ну, так, планета и галактику давай посмотрим. То же самое. Ну да, в принципе, здесь галактика. Вот эти вот синие звезды, это отмечены какие-то особенные, да? Здесь все то же самое. Ладно, вот пока, друзья мои, это Escape from Purgatory Galaxy будут дорабатываться. Дверь забыл пока, чтобы она так не билась. Ну, потом, когда доработается более-менее, я у себя там построю космический корабль, да и... рвану туды. Ни хрена у них тут. Не, у них очень красивые постройки. Тут надо какие-то задания выполнять. Зирксами сражаться. Тут зирксы всего, блин. Дрон-база. Сейчас еще внутри дрон-база оказалась. Подземная. Ладно, 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 я тут посижу. На зирксами как-то здесь действительно бедновато, да? Я, может, и не буду начинать новую игру, но тут
Единственное различие, в чем это разнообразные планеты. Хотя мне еще, честно говоря, непонятно, друзья мои, что за разнообразие меня ждет ванильки. Надо будет сначала поиграть в ванильку, чтобы потом сравнивать с этим. Так что да, я продолжу ванильку. У меня хотя бы была вариация сравнения. Пока такой шибко зупер-пупер. Я не заметил разницы. Видишь, он 5 Polaris сразу добавляется. Ну, тут одних убиваешь, с другими очки поднимаешь. Забавная ситуация. Я могу предположить, что мне здесь надо будет поднять сначала стенды с Polaris'ами. Потом с Polaris'ами их испортить, поднять стенды с Xerox'ами, какие-то там миссии повыполнять. И вот все в таком духе. Ну хоть нормального размера, блин. Мясо хоть есть. Мясо есть. Теперь я понимаю, чем эта планета такая забавная. Но кажется нет. Ну да. Планета стандартная. Очень много руды, кстати, довольно-таки. Титан, золото, да? Титан, если я правильно помню, это Сатиум так обозвали. Угу. Ну, друзья, мы и сами можете посмотреть примерно. Ну, ничего пока такого шибко особенного здесь не увидел. Можно, конечно, будет потом с ванильки перебраться сюда, но это уже потом. В принципе... Я пока не вижу смысла забивать на ванильку. Да, старты, конечно, с одной стороны классно, ну, бумбу я там раз 300, но потом буду нормально выживать, в принципе. Ничего такого суперсложного нету. А вот насчет непродуманности, да, я не могу обратно вернуться в ту канитель. И сразу получил от хода дозу хорошую. Ну, хотя это такие посредственные факторы. Это будет, друзья мои, такой краткий обзор Escape from Purgatory Galaxies. Но, скорее всего, будут дорабатываться. Особенность его — это более разнообразные планеты, друзья мои. Некоторые строения новые. Ну и, собственно, начальные стартовые планеты. Можете поиграть, если вам как хочется. Посмотрим, как это будет прорабатываться. Ну, а я пока поиграю, пожалуй, ванильку. Всем удачи, всем пока.